Добро пожаловать на футбол. Этим вечером именно он собрал нас вместе. Георгий Черданцев и Константин Генич будут комментировать сегодняшний матч. Вне сомнений, впереди у нас яркая встреча двух классных команд. Сегодня Челси сыграет против мадридского Реала. Спасибо, Георгий, ждем хороший футбол. Эти команды всегда показывают интересную игру впереди, поэтому скучать нам вряд ли придется. Винисиус. Фрэнки де Йонг. Надо пробить! Счет открыт, он реализует свой момент и забивает в самом начале матча. На повторе хорошо видно, что никаких проблем в этом моменте у нападающего не было. Он был близко к воротам, вратарь и защитники отыграны, и оставалось только пробить точно, что он и сделал. 1-0, сейчас будет веселее. Родриго. Кай Хаверц. Фоден. Родриго. Отлично играет в отборе соперник без мяча. Кай Хаверц. Роберт Левандовский. Кай Хаверц. Фрэнки де Йонг. Пас неточный, мяч уходит за боковую. Фрэнки де Йонг. Родриго. Реал зарабатывает штрафной. Родриго. А это Мац Хумельс отводит опасность от ворот. Родриго. Челси завладел мячом. Родриго. Челси идет в атаку. Фрэнки де Йонг. Сможет он пробить. Челси подаст угловой. Из этого может что-то получиться. В составе есть игроки, которые опасны на стандарт. Джонатан Тан. Жуан Канцело. Штрафной в пользу Реала. Пять минут добавляется. Ничего себе. Кай Хаверц. Роберт Левандовский. И все, больше в первом тайме. Не осталось времени. Перерыв. Возвращаемся на поле. Начался второй тайм. Посмотрим, как Реал будет отыгрываться. Разница в счете минимальна, так что сделать это можно будет очень быстро. Левандовский. Леон Горецко. Родриго. Челси перехватил мяч. Родриго получает мяч. От штанги мяч отскакивает, забивай! И Хумельс выносит мяч. Никлас Зюлин. Родриго. Сыграли беспечно и упустили мяч. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Никлас Зюлин. Двадцать минут осталось играть. Фрэнки де Йонг. Организовали хороший прессинг и вернули себе мяч. Может он сравнять счет? Забивает гол Реал и сравнивает счет. Еще раз смотрим гол. Сильный удар под самую перекладину. Взять такой почти невозможно.
Снова равенство на табло 1-1. Фрэнки де Йонг. И пас перехвачен. Фрэнки де Йонг. Теперь мячом владеет Реал. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. В эти последние минуты матча Реал все-таки не теряет надежды, идет вперед. Шанс еще есть. А это Серхио Рамос разряжает ситуацию. Пас перехвачен. Ну и все на этом. Судья дал финальный свисток и завершил встречу. На табло ничья. А в их глазах все-таки есть разочарование. Ничья, это, конечно, неплохо, но обе команды...